Творение Михаила Басина «Пятое время года». Когда опустеет напрочь пивная бутылка лета, когда износится осень и тихо умрет зима, когда весна обнищает, тогда наступает время, время сходить с ума. Тогда наступает время, время сходить с ума. Когда отступает запах небес, молока и йода, когда умолкает голос тщеславия и любви, там ночи какие захочешь, и нет никакой погоды. Одни длиннее и короче, каждый решает сам. Впрочем, у тех, кто брошен в пятом времени года, достаточно веских резонов не доверять часам. Достаточно веских резонов не доверять часам. Вот и зверьё попряталось среди кочек, даже не видно ничьих следов на песке. Только один кузнечик цыкает и лопочет, как на цуре о родном своем языке. Там, где в тумане памяти смешаны пыль и небыль, пятое время года правит неспешный бал. Пятое время года, каждый хозяин, барин, соседей давно не видно, слепы глазки дверей. В этой глуши монгольской каждый себе татарин, в этом безлюдном гетто каждый себе еврей. Каждый себе еврей. Можно ли это считать возвращением на Итаку, или напротив, изгнанием из мира грез? Основной вопрос философии: где зарыли собаку? Никому еще ничего хорошего не принес, никому еще не